Чувашии детям-сиротам могут начать выдавать жилищные сертификаты. Такой законопроект разрабатывает Минстрой Республики. Сейчас ведомство изучает опыт других регионов и формирует главные положения будущего закона. Каким может быть возраст получателей, каков срок действия сертификатов, а также территориальный охват. По поручению главы республики мы сейчас активно прорабатываем вопрос внедрения дополнительной меры поддержки. Это будет некая альтернатива, то есть предоставление жилых помещений, оно как было, так и остается. А параллельно те сироты, которые сегодня адаптированы к жизни, которые работают, имеют семью, вправе будут воспользоваться альтернативной мерой поддержки, то есть получением денежного сертификата на приобретение жилья.